Добрый день, дорогие партнеры компании Oriflame Узбекистан. Сегодня мы празднуем наш юбилей. Марафон посвящен этому потрясающему событию. Один год Oriflame Узбекистан. Вас ждет огромное количество интересной информации. Обязательно слушайте внимательно, потому что за правильные ответы, которые будут во время эфира, вы будете получать продукцию Oriflame в подарок, смартфоны, ноутбуки. Ну а сейчас для торжественного открытия нашего эфира я хочу пригласить Екатерину Мамедову, регионального директора стран Центральной Азии и Монголии, а также генерального директора Oriflame Узбекистан. Добрый день, дорогие друзья! Как вы знаете, компания Oriflame празднует в этом году 53 года с момента основания. А мы празднуем свой собственный юбилей – один год Oriflame в Узбекистане. История компании Oriflame началась в далеком 1967 году. Два брата, Йонас и Роберт Афьокник, решили последовать за своей мечтой и стать предпринимателями. Они основали инновационную компанию, которая предлагала каждому желающему получить доход за рекомендацию косметической продукции высокого качества, созданную на основе натуральных ингредиентов. Сегодня мы глобальная компания. Мы называем себя компанией социальных продаж. И мы действительно очень популярны во всем мире. У нас представительство в 62 странах мира. И более 3 миллионов наших партнеров по всему миру меняют свою жизнь к лучшему. Именно Узбекистан стал 62-й страной на карте Oriflame. Напишите в чате, пожалуйста, когда вы присоединились к компании Oriflame, кто уже год с нами, кто, может быть, не так давно присоединился к компании. И для нас действительно важен каждый партнер. Я поздравляю каждого из вас с этой юбилейной датой «Один год в Узбекистане». Мы родом из Швеции, и у нас особый взгляд на красоту. Для нас красота – это не только то, как ты выглядишь, но твой образ жизни, твои чувства, твои поступки. Красота – это забота о здоровье, это забота и уход за своей кожей, это также самовыражение, воплощение своей мечты. Красота, наверное, для многих из нас – это еще и уверенность в себе. Это жизненный баланс, гармония внешнего и внутреннего. И всегда это помогает справляться с трудностями, которые мы встречаем в жизни, помогает развиваться, помогает добиваться успеха. И мы как компания, как сотрудники компании, как бренд-партнеры, мы верим в ответственную красоту. Мы создаем безопасные продукты, которые вдохновлены природой и отвечают последним достижениям науки. Ингредиенты для наших товаров получены этическим способом, и они отвечают очень строгим и четким экологическим нормам. Эти продукты заслуживают действительно доверия и являются огромным-огромным поводом для гордости. Что такое Oriflame? Oriflame – это красота. Красота создана в Швеции. Это продукты для здоровой и красивой жизни. И ровно год назад возможности Oriflame стали доступны для всех жителей Узбекистана. Мы открыли наш уголок Швеции в самом сердце Ташкента. За этот год мы достигли высоких и действительно знаменательных результатов. Сегодня по всей стране нашими бренд-партнерами открыто более 100 офисов, 107 офисов в Узбекистане. И вы, наши бренд-партнеры, открываете возможности компании, вы развиваете свой бизнес в сотрудничестве с компанией Oriflame во всех областях и регионах Узбекистана, от Андижанской области до Республики Каракалпакстан. Напишите, пожалуйста, в чате, у кого есть свой офис, у кого есть свой маленький уголок Швеции. И мы действительно гордимся нашей компанией, гордимся нашими продуктами. А задайте себе вопрос, может быть, вы тоже хотите открыть офис, может быть, вы тоже готовы сделать свой маленький уголок Швеции в своем городе. Напишите комментарии в чате. За этот год мы провели огромное количество встреч, мероприятий, и с особым чувством гордости я вспоминаю наше мероприятие на главной площадке страны, в Хуму-арене. Мега-мероприятие, в котором приняли участие более 3000 партнеров. Мы награждали новые результаты, рассказывали о наших достижениях, вместе праздновали наш успех, и это был невероятный драйв и эмоции, огромная мотивация. Мы сделали это, проработав всего полгода. Кто был на мега-мероприятии, поделитесь своими эмоциями в чате, поставьте плюсики, смайлики, как это было, насколько это помогло вам вести свой бизнес.
Потому что наш бизнес действительно уникальный. Уникальность нашего бизнеса, нашего бизнес-предложения в том, что каждый, вне зависимости от образования, опыта предыдущего, каких-то своих навыков, может добиться успеха. И у нас есть предложение абсолютно для каждого. Хотите покупать инновационную косметическую продукцию, разработанную в Швеции? Пожалуйста, зарегистрируйтесь на нашем сайте, получите доступ к собственному онлайн-магазину, сделайте покупки со скидкой, воспользуйтесь предложениями, выгодными предложениями, которые мы делаем еженедельно и каждые 3 недели. Размещайте заказы, оплачивайте удобным для вас способом и получайте их прямо сейчас на дом. Если есть вопросы, вы всегда можете обратиться в контактный центр. У нас контактный центр на 2 языках. Круглосуточно наши специалисты помогают этому. Отвечают вам на все ваши вопросы на русском и на узбекском языках. Сегодня мы предлагаем однозначно лучший сервис для наших партнеров. Если вы мечтаете стать предпринимателем, иметь свой собственный бизнес, вы можете также присоединиться к компании Oriflame. Сегодня 757 наших бренд-партнеров в Узбекистане уже стали предпринимателями и получают свой доход от сотрудничества с компанией каждые 3 недели. Есть в нашем чате сегодня партнеры, которые уже стали предпринимателями с Oriflame. Пожалуйста, поделитесь, чтобы все увидели, насколько действительно это возможно и какое огромное количество людей сегодня уже воплощает свои мечты вместе с Oriflame. Я поздравляю вас, вы выбрали правильную компанию для сотрудничества. Компания предлагает готовую систему роста и обучения. Наш план успеха дает возможность получать растущий доход, премии за новые звания, путешествия по всему миру. И только вам решать, на какой ступени вы хотите оказаться. Только вам решать, сколько денег вы будете зарабатывать меньше с Oriflame. И с момента открытия 7000 партнеров, бренд-партнеров, уже сделали свои результаты в менеджерской команде. У нас было закрыто 192 и восстановлено 28 званий с уровня директор. И сейчас я скажу сумму, которая действительно грандиозна. Уже было выплачено более 3 миллиардов сумм, только в виде единовременных выплат за достижение новых результатов. И сегодня Узбекистан находится в лидирующей устойчивой позиции в тройке лучших стран СНГ по развитию лидерства. И это действительно достойно ваших аплодисментов. Мы стремительно движемся к первой строчке, и, конечно, Oriflame Узбекистан будет номер 1. Новые результаты, вы с нами, пожалуйста, покажите в чате, где вы, и мы тоже вам поаплодируем. Какой уровень был достигнут за этот год, какие у вас планы, пишите, делитесь, заряжайте энергию успеха всех вокруг. Oriflame Узбекистан обязательно будет лидировать с точки зрения развития, роста по плану успеха, по увеличению продаж и новых званий. И, конечно же, мы верим в то, что из нашей страны будут первые президенты в СНГ. Хотите частью стать глобального сообщества, участвовать в мероприятиях, путешествовать по всему миру в компании единомышленников? Квалифицируйтесь на конференции. В следующем году нас ждут путешествия в Соединенные Штаты Америки, в Таиланд. Я уверена, что из Узбекистана поедет самая большая делегация. Кто планирует путешествовать вместе с Oriflame? Пожалуйста, поставьте плюсики, напишите, кто едет в Таиланд. Мир действительно меняется. Люди хотят работать удаленно, люди хотят быть свободными, люди хотят иметь неограниченный доход, в то же время находить больше времени со своей семьей, проводить больше времени со своими близкими и брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Компания Oriflame дает такую возможность. Сегодня мы востребованы как никогда. Oriflame – это бизнес будущего. Приглашайте в Oriflame, рассказывайте о наших возможностях, растите по плану успеха. И, конечно же, вы сможете воплощать свои мечты и мечты своих близких вместе с Oriflame. Я поздравляю всех с юбилеем. Я горжусь нашими достижениями. И это только самое начало нашего успешного пути. Спасибо всем за этот невероятный год. И сейчас я хочу передать слово человеку, благодаря которому сегодня мы празднуем этот юбилей. Именно он сделал в начале пути все возможное и невозможное, чтобы исполнить мечты жителей Узбекистана и дать им возможность строить свой бизнес с Oriflame и пользоваться нашей замечательной продукцией. Итак, встречаем. Старший вице-президент по географическому развитию, франшизе и специальным проектам, глава региона Украины, Молдовы и стран Кавказа Сергей Канашин. Ваши аплодисменты. Сергей, тебе слово. Дорогие друзья, дорогие партнеры, дорогие коллеги, 2020 год уже вошел в историю. Этот год уже никто никогда не забудет.
Но что очень интересно, это то, что происходит со временем. Оно как-то очень быстро летит. Я помню, буквально какое-то время назад мы сидели в гостинице «Рэдисон» и обсуждали, как было бы хорошо открыть Узбекистан. Раз, 10 месяцев спустя мы начинаем операции. Два, пролетает уже целый год. И уже сегодня Узбекистан стал важной частью компании «Орифлейм». Три, нас ждет с вами прекрасное будущее, потому что мы с вами создали отличный, мощный фундамент для роста, для развития, для успеха. И это значит, что еще больше людей смогут изменить свою жизнь к лучшему вместе с нами. Я еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто приложил свою душу, свое сердце, свою энергию, свой энтузиазм к тому, чтобы все это произошло. И сегодня я хочу поздравить вас с таким замечательным праздником, как первый день рождения «Орифлейм Узбекистан». Счастья вам, удачи, нам с вами вместе прекрасных успехов. Ваш Сергей Канашин. Когда новый человек присоединяется к Орифлейм, компания предлагает ему разные возможности. Он может просто покупать продукты, разработанные в Швеции, для себя, для своей семьи. Может начать приглашать своих знакомых присоединиться к компании, получать премии, возможность путешествовать, квалифицироваться на совершенно потрясающие мероприятия, конечно, закрывать новые звания. На каждом уровне у нашего бренд-партнера всегда будет огромное количество преимуществ. Компания также поддерживает каждого современными онлайн-инструментами. Удобный сайт, мобильное приложение, система тренингов с уровня новичок до уровня топ-партнера. Давайте узнаем, какие преимущества ждут нас на уровне от новичка до старшего менеджера и услышим из первых уст, почему наши партнеры выбирают Орифлейм. Арифлеймге қошылыңыз ва өзіңіздің онлайн дүкеніңізге ие болыңыз. Швецияда ішлеп шығарылған инновацион мәсулдарымыздың қолай рухаттан өткен бренд хамкорлары үшін 10% чегерме білен қарит қылыңыз. Сіз Арифлейм мәсулдарына яқшы көресіз ма? Компания брендке садықлығыңыз үшін сізге минадаршылық білдіреді. Садақат дәстүрді іштірақ едің. Бұйтмаларыны беріңіз, балларыны топлаңыз ва оларыны Арифлейм совғалары білен алмаштырыңыз. Xarid qilingan har bir mahsulot sizga nafaqat bonus ballarini, balki sovg'alar uchun ishlatishni mumkin bo'lgan bir xil miqdordagi sadoqat dasturi ballarini olib keladi. Katalogda 100 ball bonusdan buyurtma berish orqali boshlang'ich dasturga qo'shiling va kelgusi xaridlar va bestseller to'plamalari uchun atigi 29 ming so'mga xarid qiling. Buyurtma miqdoridan qo'shimcha 10% chegirma oling. Dastlabki dasturning 4 bosqichini bajarishdan olgan foydangiz 1,178,000 so'mni tashkil etadi. Oriflame brendining yangi hamkorlarini jalb qiling. Tadbirkor va bizning brend hamkorimiz bo'ling va siz uchun haqiqiy muvaffaqiyatni yaratish uchun cheksiz imkoniyatlar ochiladi. Siz pul mukofotlari, sovg'alar, bayram tadbirlarida va butun dunyo bo'ylab sayohatlarda qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishingiz mumkin. Menejer bo'ling va jamoangiz xaridlarining 3-22%gacha guruh bonusiga ega bo'ling. Shaxsiy buyurtmalar uchun naqd pul bonusi va sodiqlik ballarini olishni davom eting. Dasturlar va aksiyalarda ishtirok eting va yanada rivojlaning. Menejer darajasidagi daromadingiz yiliga 56 million so'mga yetishi mumkin. Oriflame bilan hamkorlik shunchaki ish emas. Bu siz qilayotgan biznesning zavqidir. Yangi marralarni zabt eting. Siz ajoyib kompaniyalar tadbirlarida yangi tanishlar orttiring. E'tirof olishdan zavqlanish va xalqaro konferensiyalar doirasida dunyoning ajoyib mamlakatlariga tashrif buyurish imkoniyatiga egasiz. O'zingizning asosiy jamoangizga e'tiboringizni qarating. O'z jamoangizni shakllantiring va brend hamkorlarini rekrutlashish afzalliklarini ko'rsating. Ular o'z jamoalarini boshqarganda sizning tuzilishingiz juda tez o'sib boradi va siz muvaffaqiyat zinapoyasiga ko'tarilasiz. Nima uchun mening tanlovim Oriflame? Har yili kompaniya taqdim etgan chet el sayohatlarga borish uchun. Men Oriflame kompaniyasini o'z sevimli mahsulotlarimni ishlatish bilan bir qatorda shaxsiy biznesimni yo'lga qo'yish uchun tanlaganman.
Арфлеймдеги орзуюм фарзандларымга яхшы шароитни яратып бериш ва саяхатларга чыгыш. Кунок команда сабабли мен айнан Арфлеймни танладым. Мен хам өз ойла азоларым үчүн тиргак боло алышны, севимли ишимге эге болышны ва саяхатларны жуда яктыраман. Шу сабабли хозырги кунда менин данлоум айнан Арфлейм. Действительно, мы можем воплотить все свои мечты в реальность. Это надежно, это честно. Это самая лучшая компания в мире. Ушбу компанияга кирип келишимдан асосий максат ўзим ва оилам учун сифатли маҳсулотлар харид қилиш. Почему я выбираю именно Арифлейм? Потому что это отличные продукты европейского качества. Мучун Арифлейм компаниясын таңдадым. Чунки бу компанияда чет ел саёҳатлари, мумай даромад, гузаллик, гузал кумак, хар хил ифоларимиз бор. Уважаемые партнеры, пожалуйста, не забывайте делиться в чате вашим прекрасным настроением, поздравлять друг друга. У каждого своя причина, по которой он пришел в Арифлейм. Но если вы приняли решение строить бизнес, то первая ступень, на которой вы начинаете пользоваться преимуществами плана успеха, это звание директор. Вам нужно попасть в директорскую команду. Именно с уровня директор вы начинаете получать единовременные выплаты за закрытые звания и получаете возможность попасть на банкет директоров, путешествовать вместе с Арифлейм с уровня директор. Сегодня в Узбекистане более 200 лидеров в директорской команде. Давайте посмотрим, какие преимущества они получают, и услышим историю успеха лидеров в директорской команде, которые закрыли новые звания именно в 2020 году. Я передаю слово нашему первому спикеру, золотому директору Арифлейм Узбекистан Мавлюде Касымовой. Muvaffaqiyatli Арифлейм zinapasining navbatdagi qadami bu rahbarlar jamoasi. Ushbu darajadagi vazifa menejerlar bilan ishlash, ularni o'z jamoalarini tuzishga o'rgatishdir. Endi sizda mukofotlarni olishning barcha usullari mavjud. Guruh bonuslari, bonuslar va martabaga erishish uchun bir martalik bonuslar. Shuningdek, har bir yopiq daraja uchun noyob nishonlar. Katta menejer darajasiga yetgan har bir yangi guruh bilan sizning maqomingiz va daromadingiz o'sib boradi. Har safar muvaffaqiyat rejasida yangi martabada erishganingizda, siz bir martalik to'lovni olasiz. 10 million so'mdan direktor rahbar va 40 million so'mgacha sapfir rahbar. Birinchi marta sizga 2 kishilik direktorlar ziyofatiga taklifnoma keladi. Sizda dunyoning eng go'zal burchaklarida bo'lib o'tadigan xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish imkoniyati mavjud. Siz maxsus treninglar va uchrashuvlarda qatnashasiz. Bularning barchasi siz boshqa odamlar bilan ishlashdan zavqlanganingizda, ularni yetakchi bo'lishga ilhomlantirganingizda va ularning eng yaxshi ishni qilishga va yuqori maqsadlarga erishishga undaganingizda yuz beradi. Direktor jamoasida o'rtacha yillik daromad 200 million so'mdan oshadi. Direktorlar jamoasiga saflarni yopish uchun bir martalik to'lovlar miqdori 115 million so'mni tashkil etadi. Assalomu alaykum, hurmatli hamkorlar, hurmatli Арифлейм shaydolari. Men Qosimova Mavluda, yoshim 70-da. Арифлеймге махсулат үчүн кирип келгенмин. Махсулатты шундай сөйүп калдымки, Арифлеймге махсулатлардын натыйжасын менде көргөндөн кийин, атрофумдагы таанышларым, жакындарым, "Неме иштетесиз өзү? Юзларыңыз айдын болуп калды, ажилларыңыз текс болуп калды. Бизге ham көрөйлүк şu нерселерди" дешти. Ва мен Арифлеймге махсулатлары хакында гапырып бердим ва шундай кылып мана o'z-o'zidan biznesim boshlanib ketdi, komanda tuza boshladim. Komandamga turli xil odamlar keladi. Dunyoda 7 milliarddan oshiq odam bo'lsa, 7 milliarddan ortiq xarakter mani komandamda ham turli xil xarakterdagi odamlar kelishadi. Odamlar bilan ishlash menga juda ham yoqadi. Qariligim Арифлейм bilan birgalikda juda zavqli, go'zal, foydali o'tmoqda. Арифлеймни имкониятлари ҳақида гапирадиган бўлсам, бир кун, бир кеча кундуз ҳам етмейди, бир ой ҳам етмейди. Сабаби Арифлейм ҳар бир инсонга ўзини имкониятлар эшигини очади ва ҳар бир келган одамга "Хуш келибсиз" деди. Ва
kirishimiz bilan biz startovoy programma haqida gapirib o'tishdi. Azizlarim, menga yoqadigan narsa, hozirgi kunda brend partnyorlarimizni 10 plus 10 plus 10 degan ajoyib bir programma borligi. Men shunaqa yoqadi shu programma. Ya'ni bepul registratsiya bo'lib kirgan odam 10% mahsulotlarni chegirma bilan oladi. Mana shu chegirmani o'zi bizga qancha ajoyib bir imkoniyatlarni yaratyapti. Lekin qarangki, sizga yana 10% chegirmani cashback tariqasida, ya'ni pulni qaytarib berish. Misol uchun magazinga kirsangiz, mahsulotlarni olsangiz, sizga mana sizga yana 10% pulingizni qaytarib beramiz desa, qanaqa yoqadi, to'g'rimi? Menga bu narsa juda yoqadi. Shuning uchun cashback olamiz. Undan tashqari, har katalogda yig'gan ballaringiz necha ball bo'lishidan qat'i nazar, siz ballarni yig'ib borasiz va istagan mahsulotingizni, qimmatbaho mahsulotingizni 100 ball uchun, 200, 300, 400, 500 ball uchun ajratilgan mahsulotlarni bor yo'g'i 100 so'mga sotib olasiz. Bundan ortiq baxt bo'ladimi? Axir hammaga sovg'a olish yoqadi, to'g'rimi? Menga ham sovg'a olish yoqadi. 200 ball to'plaganimdan keyin qoshga suriladigan tenimiz bor, juda ham ajoyib. Ana shuni 100 so'mdan sotib oldim. Xohlasam o'zim ishlataman, xohlasam sovg'a qilaman. Bu axir juda ham zo'r imkoniyat, to'g'rimi azizlarim? Mana shunday ajoyib Oriflame, ya'ni Oltin alanga kompaniyasi bilan men brend hamkorlik qilayotganimdan juda ham mamnunman. Sabab 70 yoshda ham inson yuvinadi, taranadi, bo'yanadi ma'lum bir va ajoyib iforlardan foydalanadi. Va men mana shunday ajoyib mahsulotlardan foydalanayotganim uchun va mana shunday qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanayotganim uchun juda ham xursandman, mamnunman. Mana shunday ajoyib bir kunda hammalarni Oriflame hamkori bo'lishingiz bilan tabriklayman. Brand partner degan bir ajoyib, go'zal bir nomga ega bo'lishga hammalarni chaqiraman. Hammalarga muvaffaqiyat tilayman, omad tilayman, baxt, saodat tilayman. Oriflame kirgan uyga hamisha baraka kiradi. Komandalarimdan ishlaganda siz turli tuman odamlar bilan muloqot qilish orqali hayotingiz qiziq, go'zal, mazmunli bo'lib boradi va tobora shaxsiy rivojlanayotganingizni, kimlarningdir hayotini yaxshi tomonga, ijobiy tomonga o'zgartirayotganingizni bilganingizda qalbingiz g'ururga to'ladi. Hammalarga rahmat, tanjoningizlar sog' bo'lsin. Kompaniyani yuritayotgan hammaga baxt, omad yor bo'lsin deyman va Oriflame gullab yashnasin, omon bo'lsin, umri uzoq bo'lsin va O'zbekistonga kirib kelgan qadamlari qutlug' bo'lib, oqibati xayrli, go'zal bo'lsin. Omad tilayman hammalarga. Огромное спасибо, Мавлюда Апа, за вашу историю. Уверена, она вдохновит многих на новые достижения. Действительно, Oriflame – это компания, где каждый может добиться успеха. И даже на уровне новичок мы предлагаем огромное количество преимуществ нашим бренд-партнерам. И сейчас приготовьте ваши ладоши к громким аплодисментам. Мы объявляем первое награждение и поздравляем лидеров, которые закрыли звание директор и старший директор с 13 каталога 2019 года по 11 каталог 2020 года. Не сдавайся, борись усердней, не дай им поменять тебя. Доверяй голосу, что внутри говорит, что ты прекрасна. Знаю, что в тебе есть, и весь твой путь делает тебя лишь сильней. И что бы ни случилось, не упускай шанс попробовать. Страстью.
Если захочешь, тебя станут слушать. Все, что надо, лишь поверить в себя и мечтать прекращать не стоит. Представляй, как ты меняешься. Знаю, что в тебе есть. Делай свой путь, делай тебя лишь сильней. И что бы ни случилось, не упускай шанс попробовать стать смелей. Поделись своей страстью. В чем твоя страсть? Поделись своей страстью, да. В чем твоя страсть? Поделись своей страстью. В чем твоя страсть? Какие невероятные результаты! Поздравляем лидеров, которые закрыли новые звания в директорской команде. Пишите в чат. Вы с нами, наши дорогие директора и старшие директора. А сейчас я хочу поприветствовать в нашей студии следующего спикера, золотого директора Дильфузу Хамзаеву. Дильфуза, расскажите, почему вы выбрали Oriflame и какие планы ставите перед собой на ближайшее будущее? Ассаламу алейкум, Oriflame хамкорлари. Барчангизни Ўзбекистонда Oriflame компаниясини 1 ёшли юбилеи билан чин қалбимдан табриклайман. Исмим Дильфуза, ёшим 40-да, ойлалиман. 3 нафар ўғил фарзандим бор. Ҳозирги кунда танловим Oriflame компаниясидир. Касбим ўқитувчи, жуда ҳам катта стаж билан ўқитувчилик касбида ҳамда телевидение соҳасида 5 йиллик стажим билан ҳозирги кунда Oriflame компаниясини танлаганман. Бунинг сабаби жуда ҳам саёҳатларни яхши кўраман. 15-dan ortiq chet el davlatlarida faqat o'zim hisobimdan borib kelganman va shu sabab Oriflame kompaniyasini tanladim. Oriflame kompaniyasida 1 yilda direktorlik, starshiy direktorlik, zolotoy direktorlik, katta zolotoy direktorlik hamda safirovoy direktorlik lavozimiga chiqdim. Sizcha, siz qaysi lavozimdasiz? Sizcha, oramizda o'qituvchilar bormi? Aynan Oriflame kompaniyasi siz uchun. Chatlarda yozing, sizni biz kutmoqdamiz. Biznesimizni rivojlantirish uchun va yangi unvonlarga erishish uchun biz yonimizdagi sheriklarimizni aniqlab olishimiz kerak. Bu sheriklar esa aynan aniq maqsadli sheriklar bo'lishi kerak. Oriflame kompaniyasi yangi hamkorlarni tanlab olishda bizga zo'r dasturni taklif etadi. Bu vosita boshlang'ich dasturdir. Ya'ni boshlang'ich dasturda har bir hamkorimiz 29 ming narxida 90% arzonlashtirilgan narxda dekorativniy kosmetika, kremlar to'plami hamda parfyumlarni olishi mumkin. Bu esa bu hamkorimizni keyingi bosqichga yurishiga, keyingi bosqichga qadam qo'yishiga, foyda qilib qadam bosishiga ancha yordam beradi. 4 qadamma qadam katalogda 29 mingga shak olib bo'lgandan so'ng esa biz ularni aynan biznesga o'rgatamiz. Biznesga o'rgangan hamkorimiz doimo biz bilan qoladi. Hammangizni O'zbekistonda Oriflame kompaniyasining yubileyi bilan tabriklayman. Дильфуза, огромное спасибо за вашу историю и пожелания. А мы готовы к следующим награждениям, и аплодисменты становятся еще громче. Мы приветствуем лидеров, которые закрыли новые звания золотого, старшего золотого и сапфирового директора. Пишите в чат, дорогие новые звания. Вы с нами, мы хотим видеть ваши голоса, ваши тексты в чате. Дорогие друзья, давайте поздравлять друг друга от всей души. Thank you.
Я поздравляю каждого бренд-партнера, закрывшего новое звание в директорской команде. И, конечно, самое время сейчас ставить новые планы и идти к новой цели в бриллиантовой исполнительных командах. А у нас время первого розыгрыша. Вы готовы? Напоминаю механику розыгрыша. Мы задаем вам вопрос, ответ на который прозвучал от наших спикеров. Каждый пятый правильно ответивший участник получает подарок. Всего на первом блоке мы разыгрываем 7 подарков. Победители будут объявляться в комментариях под видео. Я передаю слово тренеру по продукции Oriflame Узбекистан Сафаргуль Юсуповой. Хайрли кун, азиз бренд хамкорлар. Юбилей марафонымызге хуш келіпсіз. 53 йыл давамыда Oriflame компаниясы теріні парварыш қылыш бойынша хақиқи мутахассис деп соқланады. Қандай терні парварыш қылыш мақсулотлары сізге яқшыны чат арқалы бахам көрін. 100-дан артық олымлар бұ мақсулотларыны рывожландырыш үстіда Илми Датқот институтыда изланышларыны біләсіз ма? Oriflame 100 терісі парварыш мақсулотларыны кем ішлатады? Чатымызды шарқыларыны келтірін. Қайсы серияны яқшы көрасыз? Севімлей мақсулотыңгіз қайсы? Oriflame юбилей марафоны давамыда соғалар хадия қылады. Бүгін біз сізге 6-ті нойоб Oriflame масылатлар топламыны танлу асосыда ютіп олышыңгіз үчін тақтым етамыз. Барча масылатлар таби ва органик ташкіл етучыларыны фойдаланген холда яратылген. Олымларымыз тамандан ішлап чықарылген, клиник текшіруден өткен ва терінгізні іқтияжыны көндіріші мүмкін. Сізге танлоу механикасыны еслетіп қойаман. Мен марузачыларымыз нұтқы мавзусы бойынша савол беремен. Хар 5-ші туры жауап берген адам соға олады. Шындай қылып, біз 1-ші топламны ойнаймыз. Эко Бьюти. Келін, ұшбу серияны нойоплігі нымы дейкенлігіні біліп олайлик. Біздің ең табий сериямыз 95%-лі табий ташкіл етучілардан ташкіл топкен. Экоцерт Green Life томанда сертификатланген. 6-ті юқары сифатли таби ва органик масулатлар. Тозалучи суд, тоник, коз атрофадаги тери учун крем, зардоб, кундузги крем ва азықландыручи йог. Бу сизнин терингизни парвариш қилиш учун табият томонидан тақдим этилидиган эң зор масулат. Eco Beauty seriyasi teringizga sog'lik, go'zallik va yorqinlikni saqlash uchun zarur bo'lgan barcha kerakli moddalarni beradi. Oziqaviy moddalar, vitaminlar, antioksidantlar va parabenlarga boy tabiiy va organik tarkibiy qismlar. Ushbu ajoyib seriyaga ega bo'lishni xohlaysizmi? E'tiboringiz uchun savol. Ro'yxatdan o'tgan Oriflame brend hamkori katalog narxidan qanday chegirmaga ega? Men chatimizga ko'pgina sharhlar kelishini boshlaganini kuzatyapman. Va bizda g'olib bor. G'olib tomoni chatimizga yozib qo'yamiz. Va biz keyingi seriyaga o'tamiz. Bu yorqin ko'rinishni istagan va nursiz yuz bilan suvsizlangan teri bilan bardosh berishga tayyor bo'lmagan qizlar uchun yangilik. Sizga qarish belgilariga qarshi yangi Skinergize seriyamizni taqdim etamiz. 24 soat davomida terini bir zumda namlaydi. Ko'z atrofidagi dastlabki ajinlarni silliqlaydi. Muntazam foydalanish davomida 25 marta yuzimizni nuri oshadi. Namlik 89%ga ko'payadi. Natijada ertalab teringiz yangiday va dam olgandek ko'rinadi. Alohida-alohida mahsulotlardan ko'ra kompleks parvarish mahsulotlarini birga ishlatish 7 barobar samaraliroq. Ertalab 2 daqiqa va kechqurun 2 daqiqa 4-ta oddiy qadam yuvish va tetiklashtirish, ko'z atrofini parvarish qilish, aktivator, zardob va asosiy parvarish. Shunday qilib, endi biz ajoyib Skinergize seriyasini egasini aniqlaymiz. Diqqat, savol. Start dasturimiz necha bosqichdan iborat? O'zingizning javoblaringizni chatda yozing. Shunday oson savol. Va
Bizda g'oli bor. Biz uning ismini chatimizda yozamiz. Bu to'g'ri javob. 5-chi javob qabul qilamiz. Navbatdagi to'plamni Navich Forman o'ynaymiz. Erkaklar terisi ham alohida parvarishga muhtoj va Oriflame mutaxassislari erkaklar uchun maxsus seriyani ishlab chiqdilar. O'z tarkibi tufayli ajinlarni kamaytiradi, terini tekislaydi, namlantiradi, tarangligini tiklaydi va tetik qiladi. Ushbu seriyani olmoqchimisiz? Diqqat savol. Ertalab va kechqurun yuz terisini parvarish qilish qancha vaqtni oladi? Bizning suhbatimiz qanday jonlandi? Va ishonchim komilki, bizda allaqachon uning xolifi bor. Uning ismi Chatta. Biz keyingi to'plamni o'z egasiga topshirishga tayyormiz. Bu bizning afsonaviy ekologen seriyamiz. Patentli texnologiya, past molekulyar gialuron kislotasi va ildiz hujayrasi ekstrakti asosida mahsulot ajinlarga qarshi kurashadi. Ushbu to'plamning darhol ta'siri klinik jihatdan tasdiqlangan. Ajinlar 49% gacha kamayadi. Qarish jarayoni sekinlashadi va 12 haftalik foydalanishdan keyin ajinlar kamroq seziladi. Dastlabki foydalangandan keyin qanday ta'sir qilishini tasavvur qiling. Agar siz birinchi ajinlar haqida xavotirda bo'lsangiz, bu siz uchun yaratilgan to'plam. Siz uni olishga tayyormisiz? Savolga e'tibor bering. Javoblarni chatda yozing. Brand hamkorimiz Start dasturining barcha 4 bosqichlardan o'tishning umumiy foydasi nimada? Bizning chatimiz qanday jonlandi? Va bizda g'olib bor. Uning ismi Chatta. Va biz davom etamiz. Ultimate Lift seriyasi o'z egasiga topshirishga tayyormiz. Agar avvalgi to'plam ajinlar bilan ishlasa, unda bu seriya yanada terining elastikligini tiklaydi va ushbu mahsulotlarning formulasi maxsus patentlangan texnologiyaga asoslangan bo'lib, 12 haftalik foydalanishdan keyin terini 70% ko'proq elastik qiladi. Qo'shimcha ravishda terini energiya bilan ta'minlaydi. Ultimate Lift seriya mahsuloti brand hamkorlarimiz orasida bestseller mahsulot deb hisoblanadi. Savolga e'tibor bering va biz chatda javobni kutmoqdamiz. Naqd pul bonusini olishni boshlash uchun siz qancha shaxsiy bonus ball to'plashingiz kerak? Javoblar tusha boshlaganini ko'ryapman. Cashback bonusi necha balldan boshlanadi? Va bizning g'olibimiz bor. Uning ismi bizning chatimizda. Tabriklaymiz. Chatimizda olqishlar va sharhlar, tabriklar to'xtagani yo'q va biz navbatdagi sovg'ani topshirishga tayyormiz. Va keyingi to'plam bu Time Restore. Bu yetuk terini parvarish qilishning yangi avlodi. Ushbu seriya terining mustahkamligini, elastikligini va yuzning aniq konturlarini tiklaydi. Bundan tashqari Time Restore seriyasi chuqur ajinlarni yumshatadi va shu bilan birga dog'larni kamaytiradi. Ushbu seriya kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va teringiz anchagina yosharganini sezasiz. Kim Time Restore to'plamini olishni xohlaydi? Savol. Soha olish uchun qancha sodiqlik ballarini to'plashingiz kerak? Javoblaringizni yozing. Sovg'a sifatida mahsulot tanlay olish uchun qancha sodiqlik ballarini to'plashingiz kerak? Va chatimizda allaqachon to'g'ri javob borligini ko'ryapman. Tabriklaymiz. Shuningdek, g'olibni chatimizda e'lon qilamiz va biz oxirgi to'plamni navbatdagi brand hamkorimizga topshirishga tayyormiz. Ushbu seriya bizning quyoshli iqlim sharoitimizda juda muhimdir. Navage Bright Sapling seriyasi dog'lar va qarish belgilariga qarshi kurashadi. Bilasizmi, giperpigmentatsiya joylari yengillashadi. Terining rangi bir tekis va ravshan, yuz yaxshi tomonga o'zgarganligi, ajinlar yumshatilganligi klinik jihatdan isbotlangan. Parvarish mahsulotlarini alohida ishlatishdan ko'ra bir to'plamdan foydalanish 7 barobar samaraliroq.
to'plamni olmoqchimisiz? Diqqat, savol. Terini parvarish qilishning necha bosqichi bor? 4 ta oson qadamni nomlang. Chatimiz sharhlar bilan ko'paymoqda. Va 5-chi to'g'ri javob. Bright Sublime to'plami o'z egasini topdi. Sizni yana bir bor Oriflame yubiley bilan tabriklayman. Va Navich mahsulotlarimiz bilan foydalaning va albatta yosh ko'ring. Дорогие друзья, мы подводим итоги розыгрыша. Вы видите в чате имена победителей. Каждый пятый участник, правильно ответивший на вопрос, получает набор наших премиальных серий по уходу за кожей лица. Не останавливайте поток поздравлений с юбилеем. Пожалуйста, делитесь своими эмоциями в чате. Каких результатов вы достигли за этот год вместе с компанией Oriflame? Какие у вас планы на сотрудничество с компанией? Следующее поздравление пришло к нам из России, из Москвы. Вы готовы? Вице-президент, глава регионов Oriflame России и Беларусь Катрин Алакбаров поздравляет Oriflame Узбекистан с первым юбилеем. Добрый день, дорогие лидеры Узбекистана. Я безумно рада вас поздравить с вашим первым, можно сказать, юбилеем. Это, наверное, самый важный юбилей. Начинали бизнес год назад и, конечно же, очень впечатляющие результаты. Вы растете гораздо больше, быстрее, чем мы все ожидали. Я хочу вас поздравить, конечно же, такими результатами. И хочу вам сказать, что я от всего сердца вас поздравляю с юбилеем, с днем рождения, с результатами. Потому что для меня лично это очень важно, чтобы в Узбекистане все было так, как мы с вами мечтали. Так что еще раз спасибо вам за ваш труд. Поздравляю с результатами и целую все. Пока-пока. Катрин, спасибо огромное за поздравления. Мы поднимаемся выше по лестнице успеха в бриллиантовую команду. Уровень топ-лидера, который открывает новые возможности перед партнерами компании. Растет доход. Путешествие до 3 раз в год на конференции, VIP-зоны и особенные чествования. Сейчас мы узнаем все преимущества бриллиантовой команды из первых уст. Бриллиантовые директора Дильбар и Фазлидин Нигматовы расскажут свою историю успеха и почему они выбирают Oriflame. O'z biznesingizni rivojlantirishda davom eting va Olmos guruhiga qo'shiling. Ergashishga o'rnak bo'ling. Sizning daromadingiz o'smoqda. Olmos jamoasiga qo'shiling. Sizning yetakchi tajribangizning dalidir. Endi siz yetakchilar uchun yetakchiga aylanasiz. Bu shuni anglatadiki, siz kamida 6 ta direktorni ko'tarishingiz mumkin edi va endi bu yutuqlarni yanada rivojlantirish, bilim ko'nikma va tuzilmani rahbarlantirish bo'yicha ilg'or tajribalar bilan bo'lishishni vaqti keldi. Olmos direktorlari ko'plab imtiyozlarga ega. Yangi unvonlar uchun yuqori pul mukofotlari, hatto ko'proq bonuslar, xalqaro konferensiyalarga sayohat qilish huquqi va sizning maqomingizni belgilaydigan 1-2 dona olmosli noyob oltin nishon va yangi unvon uchun mukofot 60 million so'mdan 100 million so'mgacha Olmos jamoasi tarkibidagi har bir yangi unvonni to'ldirgani uchun 4 kishilik direktorlar ziyofatiga taklif va konferensiyaga yiliga 3 marta sayohat. Sizni eng hashamatli manzillar va eng yaxshi 5 yulduzli mehmonxonalar kutmoqda. Olmos jamoasida unvonlarni to'ldirish uchun bir vaqtning o'zida to'lovlar summasi 240 million so'mni tashkil etadi. Sizning daromadingiz har 3 haftada bir Yevropa kompaniyasining top menejerining daromadiga teng. Assalomu alaykum, Oriflame kompaniyasi o'z faoliyatini yuritib kelayotgan aziz vatandoshlarimiz. Biz kutgan daqiqalar va nihoyat Oriflame O'zbekistonda o'zining 1 yoshini nishonlamoqda. Hozirgi kunda mana shu Oriflame kompaniyasining imkoniyatlaridan foydalanib kelayotgan yosh juftliklar Oriflame kompaniyasida mana shu 2019-yilda o'zining tezkor harakatlari bilan brilliant vanyasini yopgan Dilbar Nigmatova hamda turmush o'rtog'im Fazliddin Nigmatovlar. Assalomu alaykum. Sizni kuzatayotganlar like bosishni unutmanglar, hurmatli komanda a'zolarimiz, aziz yurtdoshlarimiz. Kompaniyaga kirib kelishimdan oldin oddiy o'qituvchi bo'lganman, turmush o'rtog'im. Men bo'lsa tadbirkor bo'lganman. Shuncha qarshiliklarga qaramasdan, to'g'rimi? Albatta. Juda ham qarshi bo'lganman, kirib kelishingiz.
Shu qarshiliklarga qaramasdan o'zimni orzularimni maqsadga aylantirish maqsadida hech qachon to'xtamaganman. Sababi hammaga yaxshi yashash, yaxshi hayot kechirish, shirin orzularni amalga oshirish, hammaning yaxshi-yaxshi uylarda, chet el sayohatlarida yurish, yaxshi mashinalarni minish, hammaning qalbida ichida yashaydi, to'g'rimi? Mana shu maqsadlarni, orzularni maqsadga aylantirgan insonlardan bittasi biz bo'lamiz. Qisqa vaqt ichida, ya'ni mana shu yil ichida biz brilliant direktorlik statusini yopib 60 millionni qo'lga kiritdik. Va mana shu 60 milliongacha bo'lgan erishgan yutuqlarimiz ichida biz xohlagan 3 xonalik uy hamda mashinaga ega bo'ldik. Farzandlarimiz hozirgi kunda xususiy maktablarga boradi. Vaqti kelganda biz atigi 65 ming so'm pul to'lay olmagan maktab bog'chalarida hozirgi har bir 3 ta farzandimiz 2 millionlik maktab bog'chalarida tahsil olishmoqda. Yana biz xohlagandek o'zimni orzularim ichida Eiffel minorasini ko'rish, Amerikani ko'rish orzulari bilan yashagandim. Bir vaqtlar o'sha narsani ko'nganimda, hozirgi kunda bu narsalar hech qanaqangi tushmas. Orzu qilsa bo'ladi va mana shu orzularimizni maqsadga aylantirsa bo'ladigan bir imkoniyatni Ariflem kompaniyasi orqali tan oldim. Va hozirgi kunda men kesib kelgan 5 tadan ortiq davlatlarda Tekking kompaniyamizni hisobidan Tekkingga aylanib kelib ko'rib kelishga muvaffaq bo'ldim va keyingi maqsadlarimga yanada dadil qadam tashlashimga sabab bo'lmoqda. Biz hozirgi kunda olmas direktorlarimiz, maqsadlarimiz komandamizdan yana ham kengaytirish. Bunda bizga kompaniyamiz tomonidan qo'yilayotgan aksiyalar yana ham foyda beradi. Mana shu aksiyalardan bittasi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash aksiyasi. Bu shunchaki har bir menejer olishi mumkin bo'lgan 500 ming so'm bonus emas. Biz uchun bu menejerning o'sishini birinchi maqsad deb belgilash uchun imkoniyatdir. Ushbu dasturda ishtirok etgandan so'ng menejer tadbirkorga aylanadi va har 3 haftada o'z daromadini olishni boshlaydi. Demak, u allaqachon kompaniya bilan uzoq muddatli shartnoma imzolagan bo'ladi. Agar siz o'sishni rejalashtirsangiz, menejeringizni ushbu dasturga qo'shishni unutmang. Va biz sizlarni Ariflem kompaniyasidagi o'zimizning strukturamizga taklif etib qolamiz va hammangizni yaxshi ko'rib qolamiz. To'xtamang, zamonimiz tinch. Bunday zamonda faqat ishlash, harakat qilish biz insonlarning qo'limizdan keladi. Omad ham beraylik. Дильбар, Фазлидин, спасибо за ваше выступление. Я вижу, ваша команда приветствует вас в чате, а мы готовы к поздравлениям всех наших партнеров, которые показали результаты в бриллиантовой команде за год сотрудничества с компанией Oriflame Узбекистан. Встречайте нашими бурными овациями в чате. Поздравляем партнеров, которые показали результаты в бриллиантовой команде. Не сдавайся, борись усердней, не дай им поменять тебя. Доверяй голосу, что внутри говорит, что ты прекрасна. Знаю, что в тебе есть, и весь твой путь делает тебя лишь сильней. И что бы ни случилось, не упускай шанс попробовать.
Я поздравляю всех лидеров, которые показали результаты в бриллиантовой команде в этом году. И уверена, что с такими возможностями, которые дает компания, в следующем году мы будем поздравлять еще больше достижений в топовой команде. Компания Oriflame поддерживает своих партнеров на пути роста. Мы предлагаем современные удобные онлайн-инструменты, которые позволяют вам работать с любой точки мира. Наш сайт и приложение, с которыми вы сможете не просто разместить заказ, но и проверить аналитику своего бизнеса. И мы готовы разыграть сейчас следующие подарки. Этот подарок позволит вам вести бизнес из любой точки мира и не быть привязанным к офису. Это суперсовременный гаджет, без которого мы сегодня уже не представляем свою жизнь. Это смартфон. Что нужно сделать? Я сейчас задам вам 3 вопроса. Вам нужно дать правильный ответ, и каждый 5-й участник, который ответит на вопрос правильно, станет обладателем смартфона. Следите за чатом. Именно там мы будем объявлять победителя. Итак, мы готовы. Итак, первый вопрос. Какой бонус можно получить, приняв участие в программе поддержки предпринимательства? Пишите свои ответы в чате. Уже есть первые комментарии. Я уверена, уже определяется победитель. Ага, поздравляем, поздравляем, поздравляем. Следующий вопрос. Сумма единовременной премии за закрытие звания 2-й бриллиантового директора. Ну что же, ждем ваши ответы. Уверена, каждый сегодня уже запланировал звание и в бриллиантовой команде. И мы поздравляем 2-го обладателя смартфона. И еще один 3-й вопрос. Сколько лидеров в первом уровне необходимо вырастить для квалификации на звание бриллиантовый директор? Ну что же, чат кипит, и мы с нетерпением ждем обладателя 3-го смартфона. Поздравляем! План успеха – это возможность увидеть мир, самые яркие его уголки и самые востребованные направления. Наши конференции призваны на мировом уровне и ежегодно получают престижные премии. Но почувствовать весь драйв конференции можно только став ее участником. И сейчас давайте окунемся в эту атмосферу невероятного драйва и обязательно запланируем свое участие в ближайшей конференции вместе с Oriflame. Поднимаемся все выше по лестнице успеха. Исполнительная команда, лидеры мирового уровня. Мы очень гордимся, что в Oriflame Узбекистан, несмотря на наш юный возраст, есть бренд-партнеры, которые являются участником исполнительной команды. Давайте посмотрим, какие преимущества дает план успеха на этом уровне.
muvaffaqiyat zinapoyasidan yuqoriga ko'tarilib, ijroiya jamoasiga qo'shilish uchun o'z biznesingizni rivojlantirishda davom eting. Ijroiya guruhidagi yetakchilar jahon darajasidagi liderlardir. Ushbu daraja sizga yilga 3 marta xalqaro konferensiyalarda qatnashish, dunyo miqyosida tan olishni va yuqori daromad olish imkoniyatini beradi. Ijroiya jamoasi siz nafaqat barcha Oriflame bonuslari va jami 1 milliard 320 million so'mlik 4 pullik mukofotlarni, balki ijroiya va olmos konferensiyalariga 4 taklifnomaga ega bo'lish imkoniyatini ham qo'lga kiritasiz. Ushbu darajadagi ko'plab ijrochi direktorlar mintaqaning top 15 liderlari kengashiga kirishi mumkin. Siz o'zingizning mintaqangizning top rahbarlari bilan, shuningdek, kompaniya rahbariyati bilan bilim almashingiz, Oriflame'ning muhim biznes muhosalarida qatnashingiz mumkin. Sizni yuqori o'rtacha yillik daromad kutmoqda. Ijroiya guruhidagi maqomingizni belgilaydigan yoqutli oltin nishonlar. Ijroiya guruhidagi martabani yopish uchun bir martalik to'lovlar miqdori 1 milliard so'mdan oshadi. Какая она, жизнь исполнительного директора? Как Oriflame меняет жизнь людей в исполнительной команде? У нас есть уникальная возможность услышать истории успеха. По итогам 11-го каталога в Oriflame Узбекистан закрылись новые исполнительные директора Нигора и Бахадыр Халмухамедовы. Нигора, Бахадыр, пожалуйста, присоединяйтесь к нам и расскажите, что вы чувствуете, что поменялось в вашей жизни с приходом в Oriflame. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Oriflame hamkorlari. Barchangizni Oriflame 1 yillik yubileyi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Biz oilaviy juftlik Bahodir va Nigora Xolmuhammedovlar. Hozirgi kunda ijrochi direktorlarimiz. Oriflamegacha meni o'z biznesim bo'lgan. Lekin Oriflame marketing plani bilan tanishganimdan keyin men o'z biznesimni Oriflame bilan bog'lashga qaror qilganman. Shu 1 yil yubiley 1 yillik ichida biz oilaviy bir martalik premiyani o'zida 340 million daromad pul topdik. Oriflame'ga kelganimcha uy bekasi bo'lganman. O'zim uchun sifatli mahsulotlarni arzonlashtirilgan narxda olar ekanman deb kompaniyaga kirib kelganman va kompaniyaning imkoniyatlari bilan tanishib chiqqan holda bu kompaniyada katta daromad topish mumkin va pog'onama-pog'ona o'sish tekin sayohatlarga yiliga 4 marta borish va kompaniyada chegara yo'qligini tushunib yetib, jiddiy maqsad qo'yib ish boshladim. Va atrofimga yaqinlarim, tanishlarim, qarindoshlarimni taklif qilib, katta komandaga ega bo'ldim. Hozirgi kunda erishganlarim shaxsiy avtomobilimga egaman. O'z shaxsiy uyimga ega bo'ldim. Farzandlarim oliy bilim yurtlarida o'qishmoqda va dunyo bo'ylab sayohatlarga borishga erishdik. Jamoamizda 116 nafar direktor va undan yuqori bo'lgan liderlar mavjud va ular ham o'z orzularga erishib kelishmoqda. Shaxsiy avtomobillari, farzandlari yaxshi bog'chalarga borishlari, ota-onalarini haj, umra safarlariga yuborishlari va har 21 kunda shaxsiy daromadlarga egalar. Hozirgi kunda yuzlab direktorlarimiz Tailand sayohati shartini bajarib kelishmoqda. Sizchi siz Tailandga harakat qilmoqdamisiz? Hozirgi kunda biz erishgan ijrochi direktor pog'onasi elita pog'ona bo'lib, 1 yilda oilaviy 4 martalik tekin sayohatga borishni qo'lga kiritdik. Bu ham olmos konferensiyamiz Los-Anjelesga, ijrochi konferensiyamiz San-Fransiskoga juda ham katta sahnalarda taqdirlanish va VIP zonalarda o'tirish, direktorlar banketiga 6 nafar yonimizda mehmon olib borish imkoniyatiga ham erishdik. Katta sahnalarda nafaqat biz, balki jamoamiz bilan taqdirlanishni qo'lga kiritdik. Sizchi siz, xohlarmidingiz bunday imkoniyatlardan foydalanishni? Barchangizga rahmat. Hammani yana bir bor 1 yillik yubiley bilan tabriklaymiz. Barcha imkoniyatlar o'z qo'lingizda. Sizni ijrochi komandada kutib qolamiz. Ko'rishguncha azizlarim.
Нигора, Бахадыр, спасибо за ваш опыт. Мы поздравляем вас с вашим высоким достижением и ждем в президентской команде. Арифлейм – это компания, в основу которой заложены семейные ценности, и мы даем возможность строить семейный бизнес, который вы сможете передать по наследству своим детям. Стройте бизнес Арифлейм вместе с супругами или родителями. Сейчас я хочу передать слово лидерам, у которых вся семья в этом бизнесе. Благодаря поддержке семьи и родственников, сегодня они исполнительные директора, которые поставили перед собой высокие цели, и уже совсем скоро мы будем поздравлять их с новым достижением в исполнительной команде. Я с удовольствием передаю слово исполнительным директорам Шухрату Хакбердиеву и Асаре Тайгаевой. Спасибо, Анна. Ассаламу алейкум, юрташлар. Ассаламу алейкум, азиз Арифлейм компаниясының хамкорлары. Барча-барчаңызны мана Арифлейм компаниясының бір еллік юбилейі білан чын қалбымдан мұбарак бат етаман. Барча юрташларымыз табриклаймыз. Менің ісімім Хакбери Шухрат Шавкатович, 38 яштаман. Асыл Бұқара вилаят ғыждан туманыдан. Арифлейм бизнесіге кіріп келгенге қадар Өзбекстан Дәлі Жахон Тілер университетіні түгатып, малым вақты дәлі структурасыда өз іш фаулиятымын алып борганман. Man Oysara Tog'ayeva, 37 yoshdaman, ikkita farzandning onajonisiman. Allohimga behisob shukr, turmush o'rtog'im Haqberdi Shuhrat bilan birgalikda shu kompaniyada oilaviy juftliklar bo'lib yuribmiz. Man bu biznesga mani orzularim yetaklab kelgan. Bilasiz, Ariflemga qadar man ham O'zbekiston Davlat Jahon tillari universitetining Fransuz filologiyasi fakultetini tugatib, Toshkent shahridagi Uchtepa tumani 238 maktabda fransuz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaganman. Oramizda fransuz tili o'qituvchilar bormi? Marhamat, chatda o'zlaringizni yozishlaringiz mumkin. O'qituvchilar bu biznesda juda ham tez muvaffaqiyatga erishadi, chunki bizning vazifamiz informatsiyani o'z vaqtida, o'z egalariga yetkazish bo'ladi. Men bu biznesda ekanligimdan faxrlanaman, g'ururlanaman, chunki bu biznes bilan mani barcha orzularim amalga oshib kelyapti. Bu biznesga esa bittagina Toshkentdan o'zimizni uyim bo'lishini xohlaganim uchun kelganman. Kim o'zini birinchi marta prezentatsiya eshitganini esla oladi? Men birinchi marta prezentatsiya eshitgan paytimda sponsorimni ana shu uyni Ariflem kompaniyasidan oldim degan so'zlari shundoq bog'lab qolgan va men ham o'z uyim bo'lishini xohlaganman. Hozir esa Allohga behisob shukr Toshkentda nafaqat uyimiz, balki uylarimiz bor. O'z mashinalarimizga ega bo'ldik. Marhamat, xohlovchilar tezlik bilan bu biznesda muvaffaqiyatlarga erishlaringiz mumkin. Bizning oilaga Ariflem kompaniyasi biznesini ayolim Oysara olib kirgan. Men ko'p erkaklar qatori bu biznesga ishonmaganman. Keyin tez orada ayolim erishgan natijalarni ko'rib, bu biznesga qiziqishim oshib, birgalikda yangi natijalarga erisha boshladik. Ariflem kompaniyasi nafaqat ayollarning biznesi, balki bu erkaklarning ham biznesi. Chunki Ariflem kompaniyasining asoschilari erkaklardir. Men shu joyda, shu o'rinda hammaga aytaman, haqiqatda ham turmush o'rtog'imning fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Bu kompaniyani asoschilari erkak kishilar bo'lgani uchun ham men harakat qilganman har doim turmush o'rtog'imni bu biznesga jalb qilishni. Bilasizmi, ko'pchilik menga savol beradi, qachon qanaqa qilib turmush o'rtog'ingizni bu biznesga jalb qila olgansiz deb, albatta natijalar bilan. Chunki erkaklarimiz bizani natijalarimizni ko'rib, bu haqiqiy Ariflemni erkaklar biznesi ekanligini his qilganlardan keyin albatta siz bilan bo'ladilar. Va men shu o'rinda faxrlanaman, biz oilamiz bilan oilaviy, demak, top komandaga kirganimizdan ayollar bilamiz nimani yaxshi ko'ramiz. Maza qilib shopping qilish yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Men ham o'qituvchi bo'lib ishlagan davrimda albatta bir oylik oyligimni shopping qilish uchun emas, o'zim uchun emas, bir oyga qanaqa yetkazishni o'ylardim. Lekin hozir Allohga behisob shukr deyman. Hozir topayotgan daromadimizni men magazinga kirgan paytimda olayotgan mahsulotimni narxiga qarab emas, sifatiga, qolaversa bu menga yoqishiga, bolalarimga, turmush o'rtog'imga yoqishini o'ylayman. Agar siz ham hozir qancha oylik olayotganingizni yozishingiz mumkin, bu sizga, bu oylik sizni hozir, bu daromad sizni hozirgi paytda qoniqtiradimi? Agar qoniqtirmasa, tezlik bilan top komandaga kirib oling. Chunki top komandaga kirganingizdan keyin bu muammolar o'z-o'zidan yechimini topadi. Men faxrlanaman, mana komandamda top komandaga kirganimizda nafaqat men o'zim, chunki balki men taklif qilgan
лидерларым ман билан бирга эканлигидан, битта ўзимиз эмас, бизга ишониб, бизга эргашиб, шу бизнесда биз билан бирга бўлган инсонларнинг муваффақияти ҳам жуда ҳам ҳаяжонли, ҳам масъулиятга эга бўлади. Лидер аслида биламиз, бу фақат ўзи муваффақиятларга эришган инсонларгина эмас, балки унга ишониб келган командасига ишониб, унга эргашган инсонларни муваффақиятга эриштира олган инсонларгина лидер деилади ва ман ҳар доим ҳаракат қиламан лидерларимга ularni orzularini amalga oshirishlariga sababchi bo'lib qolishni. Biz hozirgi kunda komandamizda 300 dan oshiq liderlarim o'zlarini har 21 kundagi daromadlariga ega, har 21 kundagi o'zlarini, demak, o'sha reklama yetti orqali olayotgan shotlarda olayotgan daromadlariga ega bo'lganliklari meni juda ham quvontiradi. Ularni hayotini o'zgarishiga sababchi bo'layotganligimiz, ularni ko'zlaridagi quvonch, ularni oilalaridagi baxt bizani juda ham jonga soladi va ayniqsa chet el sayohatlariga birga borish. Bu sayohat qilish hamma sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Ayniqsa tekin sayohatlar ma o'ylayman, hamma sevadi va bilasizmi, sayohat qilganingizda esa qayerda bo'lishingiz emas, kim bilan bo'lishingiz muhimroq. Men har doim aytaman, turmush o'rtog'im bilan birgalikda, opam, pocham bu biznesda hozir biz bilan birga, ota-onalarim, ukalarimni birgaligi, qaynimni birgaligi biz sayohat qilgan paytimizda juda ham bilinadi. Sababi bilasizmi, yaqinlaringizni quvonchi, oilangizning tinchligi bu eng asosiysi oilaviy xotirjamlik deb o'ylayman va bizi kompaniyamiz kirib kelgan paytda, demak 2019-yil sentyabr oyida Ispaniyaning Palma de Mallorca shahriga komandamiz bilan birga borishga muyassar bo'ldik va ularning ko'zlaridagi quvonch boya aytganimdek bizani juda ham xursand qildi. Eng qiziqarlisi esa sayohatni bilasizmi, men fransuz tili o'qituvchisi bo'lganim uchun Parij mani orzuyim va 19 sentyabr bizani turmush qurganimizni kuni va 19 sentyabr kuni menga turmush o'rtog'im komanda bilan birgalikda surpriz qilishdi. Biz Parijda bo'ldik. Ertalab zavtrakimiz Palma de Mallorcada bo'ldi va obedimiz Parijda bo'ldi. Bu juda ham quvonarli kunlar. Bilasizmi, men buni qachonlardir orzu qilganman, lekin bu orzularingiz sizlar ham orzu qilayotgan bo'lishingizlar mumkin, qilinglar albatta. Chunki orzularimizni maqsadga aylantirsak, ularni rejalashtirsak va faqat orzularni maqsadga aylantirib, rejalashtirib o'tirmasdan albatta kuchli harakat qilsak, albatta amalga oshadi. Mana biz buni yaqqol misolidir biz. Nafaqat biz, hozirgi kunda O'zbekistonda juda ham ko'plab oilaviy biznes qilayotgan hamkorlarimizga ega. Oilaviy juftliklar bormi? Marhamat chatda yozinglar. Albatta sizlar ham top komandaga kirasizlar. Albatta sizlar ham o'zlaringizni komandalaringizga juft oilaviy juftliklaringizga ega bo'lasizlar. Albatta, Oysha aytib o'tganidek, endi bizning komandamizda oilaviy juftliklar soni juda ham ko'p. Hozirgi kunda topayotgan daromadimizdan bolalarimizni xususiy maktablarga tahsil olishiga imkon yaratib beramiz va o'sha maktabda bolalarimiz 3 xil 4 xil tillarni yod olib mukammal o'rganib kelishyapti. Bu Ariflame kompaniyasi biznesida nafaqat biz ayolim bilan ishlab kelyapmiz, balki ota-onalarimiz, aka-ukalarimiz, qon qarindoshlarimizni ham shu biznesga biz taklif qilganmiz. Shu biznesda o'zlarini har 21 kunda olayotgan daromadlari bilan quvonib, o'zlarini komandalarga yangi hamkorlarini taklif qilib kelyapti. Hozir bizni nafaqat Arflin kompaniyasini biznes qilayotgan liderlarimiz kuzatib turibdi, balki yangi hamkorlarimiz o'zini oldiga Arflin kompaniyasida biznes qilaman degan opalarimiz, singillarimiz, aka-ukalarimiz ham ko'rib turishibdi. Marhamat kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Biz sizlarga Arflin kompaniyasini barcha xususiyatdagi biznesini aytib o'tamiz. Arflin kompaniyasida tayyor biznes plan bor. Shu biznes plan asosida siz o'z ish faoliyatingizni olib borib, juda ham katta Arflin kompaniyasi tomonidan qo'yilgan pul mukofotlariga ega bo'lishlaringiz mumkin. Biz 240 million pul mukofotlari sohiblari bo'ldik. Bu hali hammasi emas. Biz bugunda strukturamiz bilan birgalikda prezident komandasidamiz. Sizning bugungi qaroringiz kelajagingizni belgilab beradi. Barchalaringizni bayramlaringiz bilan. Hamma-hamaga omad tilayman. Albatta bayram bilan tabriklayman. Baxt, omad doimo hamrohingiz bo'lsin. Sog' bo'linglar.
Шухрат, Айсара, спасибо огромное за ваше выступление. Желаем вам грандиозного роста и достижения всех поставленных целей. Лидеры, которым я хочу передать слово, это семейная пара, которые показали невероятные результаты роста вместе со всей командой за этот год. Эта пара восстановила 4 звания в топ-команде и продолжают расти дальше, так как имеют четко поставленные планы. Лидеры номер 1 в Узбекистане – золотые исполнительные директора Махфуза Назарова и Рустам Габитов. Рустам, Махфуза, подключайтесь, с нетерпением ждем вашу историю и ответ на вопрос, почему вы выбираете Арифлейм. Всем привет! Мы семейная пара Рустам и Махфуза, являемся родителями двух прекрасных детей, являемся топовыми лидерами Арифлейм Узбекистан и номер один результатом Арифлейм Узбекистан. Рада всех приветствовать! Привет-привет! Сегодня юбилей. Позвольте поздравить Арифлейм Узбекистан с годовщиной. Желаем всем огромных успехов и исполнения ваших мечт и желаний вместе с Арифлейм. Ведь все мы знаем, что миссия компании – исполнять мечты. Да, все верно, все начинается с мечты. Когда-то мы тоже были полны мечт и надежд. Когда-то мы тоже прошли путь молодой семьи, студентов, госслужащих, но, как бывает обычно, с пустыми карманами. Но что было в нас? Были смелые мечты, дерзкие цели и большие амбиции, серьезные цели на жизнь. А сегодня, через определенное время, кем мы стали? У нас очень хорошие результаты, мы очень рады нашими достижениями. Сегодня, как мы сказали, стали номер один результатом, профессионалами своего дела, стали не только лучшими в своей стране, но и смогли войти в топ-15 лучших лидеров стран СНГ. Также мы очень любим учиться. У нас у обоих по 3 диплома. Являемся сегодня, как модно звучит, квалифицированными предпринимателями. И что отличает очень сильно нас, мы страстные любители путешествовать. Среди вас есть тоже такие? Напишите, пожалуйста, вашу страну мечты, где вам хотелось бы оказаться. Мы явные примеры, как может измениться жизнь в партнерстве с Арифлейм. Возможности, которые лидеры имеют в исполнительной команде, на самом деле уникальны. Это ежемесячный доход уровня топ-менеджера в европейской стране. Это премии от 120 миллионов до 420 миллионов. Опять запутался. И самое интересное, за последний год мы уже получили премии 420 миллионов. Вдумайтесь, только премии. За один год. 420 миллионов, и это только премия, друзья. Супер круто. Кроме наших доходов ежемесячно, кроме премии, еще есть возможность путешествовать до 4 раз в год с компанией Арифлейм. И дополнительно вы также можете брать и спутников. У вас будет 4 поездки на лучшие конференции. Да. А такой уровень дохода позволяет очень многое. Например, жить в доме, о котором вы мечтаете. Или ездить на машине вашей мечты. Или если вы родитель, как мы, это позволяет Конечно. Дать лучшее образование вашим детям, быть просто финансово независимым. И что сегодня очень актуально, смотреть на будущее с уверенными глазами. Сотрудничество с компанией Арифлейм изменилось не только наша жизнь, но и жизни большого количества людей в нашей команде по всему Узбекистану. Успехов достигают самые разные люди – студенты, бизнесмены, домохозяйки, пенсионеры, учителя, врачи и многие другие. Чем вы сегодня занимаетесь? Кем вы являетесь? Напишите. Вне зависимости от опыта работы, образования, пола, возраста, самое главное – это, конечно же, желание что-то менять и становиться лучше. Желаем всем вам успехов, и мы точно знаем, Арифлейм Узбекистан будет расти! Махфуза, Рустам, спасибо огромное за ваше выступление. Это просто невероятно. Ребята, делитесь в чате, какие у вас эмоции, ведь это невероятно. Мы желаем всем партнерам дойти до поставленных целей. Лидеры исполнительной команды – это лидеры мирового уровня. Я уверена, что каждый партнер, который сегодня с нами, мечтает о достижении нового звания именно в исполнительной команде. И это возможно с новым планом успеха и тем потенциалом, который мы сегодня видим в развитии нашего бизнеса в Узбекистане. А сейчас давайте праздновать успех. Присоединяйтесь к поздравлениям лидеров, которые показали результаты в исполнительной команде за прошедший год. Поздравляем наших партнеров с потрясающими достижениями. There's
сдавайся, борись усердней. Не дай им поменять тебя. Доверяй голосу, что внутри. Говорит, что ты прекрасна. Знаю, что в тебе есть. И весь твой путь делает тебя лишь сильней. И что бы ни случилось, не упускай шанс попробовать стать смелей. Поделись своей страстью. Дорогие участники юбилейного форума, пишите в комментариях, как вам наша встреча, как вам наши результаты, которых нам удалось достичь всего за один год работы. Мы продолжаем наше мероприятие, и пришло время разыгрывать подарки. Это бизнес-инструмент, который является обязательным атрибутом каждого предпринимателя. Вы готовы ответить на мои вопросы и получить ноутбук? Напоминаю, что я задаю вопрос, и каждый пятый правильно ответивший в комментариях участник получает приз. Всего мы разыгрываем 3 ноутбука. Победители будут также объявляться в комментариях под видео. Первый вопрос. Назовите сумму единовременной выплаты за звание исполнительный директор. Вижу, пошло активное участие в чате, но мы поздравляем первого победителя. Следующий вопрос. Сколько билетов на исполнительную и бриллиантовую конференцию может получить лидер в исполнительной команде? Пишите, пишите ваши версии. Исполнительная команда – это не только высокий доход, но и возможность ездить в самые крутые путешествия всей семьей. Вижу, уже есть победитель. Правильный ответ – 4 билета. Ну и финальный вопрос. Сумма единовременных выплат в исполнительной команде. Какую сумму получает лидер, если закрыл все звания в исполнительной команде? От исполнительного до бриллиантового исполнительного директора. Пишите ваши ответы. Не терпится узнать, кто получает ноутбук. Победителям мы объявим в комментариях под этим видео. Итак, поздравляю! Розыгрыш завершен. Вершина карьеры в Oriflame – это президентская команда, и у каждого есть шанс достичь этой ступени. Только вы решаете, только вы планируете свой карьерный рост. На уровне президент открываются новые возможности. Я приглашаю присоединиться к нам золотого президента Oriflame, номер один мира. Встречайте, Владимир Полежаев! Martaba rivojlanishning eng yuqori darajasi bu prezident jamoasi. Siz Oriflame muvaffaqiyat rejasining eng yuqori darajasiga chiqdingiz. Mukofotlardan tashqari siz o'zingiz bilan faxrlanishga haqlisiz. Siz muvaffaqiyatli liderlarni tarbiyaladingiz va bu yo'lda minglab odamlarning hayotini o'zgartirdingiz. Bularning barchasi sizni Oriflame'ning global elchisi, butun dunyo bo'ylab Oriflame rahbarlari uchun namuna va ilhom manbai qiladi. Президент jamoasiga qo'shilish uchun sizni eng muvaffaqiyatli liderlar qatorida qo'shadi. Sizning noyob bilimingiz va tajribangiz kompaniya uchun muhimdir. Prezident darajasida siz top 15 liderlarning global tarkibiga kirishingiz va Oriflame menejmenti bilan global miqyosda hamkorlik qilishingiz, kompaniya strategiyasi bo'yicha munozalarda qatnashishingiz mumkin. Olmos prezident unvoni biznes elitasiga haqiqiy yo'llanma. Yuqori maqom tegishli afzalliklar bilan ta'minlaydi. Ushbu bosqichda siz juda yuqori daromad olasiz. Kompaniyada prezident jamoasidagi sovg'a sifatida premium avtomashinani olasiz. Barcha konferensiyalarga biznes klass bilan uchasiz va prezident jamoasidagi bir martalik to'lovlar summasi 1 milliarddan 20 milliard so'mni tashkil qiladi. Olmos prezident unvoni uchun
10 миллиард кеча президент унваны үчін сіз хар бір унваны үчін зумраддан алтын нишанларын аласыз. Президент жамаасындағы хар бір япық унванның нишанлары. Oriflame бұл өз тіжаратыңгізіні яратыш мүмкөнияті. Бұл ерді хам анарсы сізге ва сізні харакетлеріңгізге бағлық. Здравствуй, Узбекистан! Здравствуйте, узбекистанские директора! Здравствуй, Орифлейм! Я знаю, что у вас сегодня уже очень значимое событие. Годовщина работы Орифлейма, официальная работа Орифлейма на узбекистанском рынке. Я вас с этим поздравляю. Потому что я на самом деле считаю, что все еще только начинается. Все у вас еще только впереди. Потому что, на самом деле, я сам уже работаю с этой компанией уже 26-й год. 26-й год. Представляете, и все, что эта компания обещала, она все выплачивала. Очень много компаний приходит на рынок, уходит с рынка. Все кричат, что они лучше, все бьют себя пятками в грудь. Но проходит несколько лет, и про них уже и памяти никто не помнит. Oriflame работает. Oriflame работает. И вы знаете, вот только попав на конференции, когда вы увидите директоров из 60 стран, успешных людей, которые добились успеха, которые выводят свои команды за границу. Вот только там вы на самом деле почувствуете величие компании Oriflame, потому что иногда из-за деревьев, говорят, леса не видно. Из-за местных проблем, а проблемы были, есть и будут. И вы знаете, Трамп как-то рассказал, что если у бизнеса нет проблем, то у вас нет бизнеса. Растущий бизнес обязан иметь проблемы. Но есть проблемы роста, есть проблемы загнивания. В Oriflame все проблемы роста. Вот я сейчас нахожусь в Сочи. Вот это вот колесо обозрения, парк Ривьера, там дальше морской порт, вот это вот море. Оно уже готовится к закату, потому что я так переживал, так волновался, так хотелось побольше вам сказать, получше рассказать. Уже, видите, дошло до заката. Я начал вам писать видео, это обращение с утра. Там еще солнышко только вставало. И вот видите, только-только сейчас созрело к вечеру. Поздравить вас с праздником. Спасибо вам большое, ребята. С праздником вас еще раз. До свидания. Дорогие партнеры, мы завершаем наш юбилейный форум, но продолжаем отмечать юбилей. Лучшим поздравлением для компании станет наш рост и достижения. Совсем скоро мы будем праздновать наши успехи на первом банкете директоров. С нетерпением ждем встречи. Спасибо за этот невероятный год, который мы провели вместе. Для завершения нашей встречи я передаю слово генеральному директору и президенту Oriflame. Встречайте, Магнус Бренстром. Привет, дорогие друзья. Сегодня хотел бы вас поздравлять и поблагодарить. Сегодня мы поздравим вас с юбилеем, первый год Oriflame в Узбекистан. Ну, не совсем правильно, потому что мы все знаем, что мы были в Узбекистане много лет, но после последнего открытия это где-то один год. Конечно, мы все очень в восторге результаты, которые у нас есть, но я не был бы сказать, что я удивлен. Потому что я знаю ваши силы, я знаю, что вы можете. Я думаю, что мы сейчас по дороге успеха, который мы ожидали. Но я уверен, что мы можем еще больше, дальше, дольше, потому что с новым планом успеха, с новыми продуктами, которые будут, и с новыми возможностями по поводу системы PRO, я уверен, что многие из вас будут достигать званий, которые год назад вы даже не верили. Потому что в Oriflame все возможно. Я чувствовал, моя последняя встреча после ковида была в Ташкент. И тогда я чувствовал, что сила, которая у вас есть, он огромный. И ничего может вас остановить, стать кем вы хотите. И поэтому я вас поздравляю. Я с огромным благодарностью благодарю вас за ваш труд и за ваш успех. И очень жду нашу следующую встречу где-то в мире, может быть, в Ташкенте, может быть, в Стокгольме, но где-то встретимся. И поздравляю вас, поблагодарю, целую, пока.